Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Бравл Старс. Кстати, слишком много, наверное, на моем канале Бравла, ну да ладно. Друзья мои, ну что, у нас новые задания есть. Ага. Победите врага 9 раз. Шелли, Биби или МЗ. Выиграй 3 раза бой. В общем, перед работкой я, наверное, думаю, успею здесь выполнить все задания. А вот этот бы квест, наверное, я обновил. Так, выиграйте бой 5 раз в режиме захват кристаллов или парное столкновение. Ну, я думаю, сгодится. Значит так, Шелли, Биби или МЗ. Ну, я хотел прокачивать до 10 уровня, но у нас Шелли. Так, я не помню. Давай посмотрим, по-моему, Биби у нас хромает в этом плане. 10 уровень у нее нету. Сейчас я ее найду. Так, вот Биби. Биби имеет 6 уровень. Слушай, и Шелли 6 уровень. Опачки. Тогда я, наверное, возьму Шелли. Выбрать. Так, и не нокаут, а, наверное, на сбор кристаллов поставим. Ну, захват кристаллов, вот я имею в виду. Погнали. Заодно будем делать задания и прокачивать нашего Бравла. Правда, за Шелли я уже не играл сотню лет. Погнали. Да ладно, ага, Дэрил, молодец. Блин, ну правда он погиб, ну ладно. Соня, ну, я как всегда тут щелкунчика, ребята, врубаю. Красиво, так, Дэрил. Был когда-то. Не убежал, засранец. Так, мне бы, друзья, подкрепиться, хотел сказать. Кеморнуть бы чуть-чуть. Ну, в плане отдохнуть. Кристаллы забираем. Но... For business. Так, Дэрила вольнем. Конечно, вольнем. Куда он денется? Опять боты, что ли, играют с нами? Я не могу понять, что они... Идут на пролом, никакой тактики вообще нету. А слово абсолютно. Может быть, вот только Дэрил что-то из себя представляет. Так. Кэшбэк, вернись и спи. Все, тут отлично получилось. Фига себе кэшбэк тут. ФБР. Ну вот, как раз три задания у нас и выполняется потихонечку. Так, Шелли у нас что-то как-то... Ага. Ну понятно, редкий. Мне только редкий. Что-нибудь помощнее, хренушки, ты от них дождешься. Например, легендарный, да? За всю игру мне, наверное, раз 7 легендарка выпадала. Да и то там какие-нибудь скины или еще что-нибудь. Или скин какой-нибудь, или перк. Тут одно из двух. Ну и какие? Опять Дэрил. Дэрил, бомбардир. Слушай, два бомбардира здесь, друзья. Но засыха мелкий, получил свое. Такое ощущение, что мы опять с каким-то ботом играем. Вы мне просто все мозги прожужжали. Рэй, это боты, мне теперь все, ребята, мне... Как тебе сказать? В голове отложилось это все. Теперь я считаю, что все, кто дерьмово играет, это боты. Еще один кристалл, и все, ребят. А вот и как раз кристалл последний. Ну что же, все. Мы вот довольно плотно ходим здесь. На самом деле, это ничего хорошего, ребят, нам не сулит. Был бы игрочок поопытнее бы,
Он бы нас тут бомбами бы просто закидал бы. Просто закидал бы бомбами. Доходили бы всей кучкой. Ну, что же я могу сказать? Гриф молодец. Блин. Так, 7 уровень получает у меня Шелли. Тут, значит, еще 3 поединка надо выиграть. Тут один. И одного фрага еще бомбануть. Я думаю, для нас это не проблема же будет, да, ребят? Плюс звездочка. Это через 2 поединка. Такс. Ой-ой-ой. Вот это вот гадость противная. К ней близко подходить нельзя. Она, конечно же, она идет ко мне, ребят. Ну что ж поделаешь, ну швак. Опять Роза там спит, твою на... Блин, чмоха, а? Проснулась, наконец-то, блин. Активировалась, засранка. Так, динамайк. Ну вот что вы делаете, а? Ну вот что вы делаете, группа Гуфи, а? Автоаттач, автоаттач, не аттач. Смотри, за мной охотится, а? Ну нафига я сунулся-то туда, ну? Вот только не ты, иди отсюда, блин, это вшивая взяла, блин. Она же идиотина сейчас полезет вперед. Это же диверсант, ё-моё. Чистой воды. Даже не додумается простоять в сторонке, блин, где-нибудь. Слушай, что-то мне вот этот пришибленный достал уже. Хотел его вальнуть, но видишь, Наташа. Вот тут я, конечно, не успел убежать, да? Саданул. Гаденыш. Так, слушай, ну две награды. Наверное. Ага, и не хватило, прикинь. Нам не хватило 105. 105 опыта. Так, захват кристаллов или парнская. Ну что же, это выполнили. Давай теперь, блин, розу брать. Ну что поделаешь. Ну вот надо нам розы сыграть. Так, Роза, на куче навоза, ты где? Вот она. Да я даже не хочу ее, ребят, прокачивать, если честно. Ну нет у меня желания ее прокачивать. Даже пару уровней ей поднимать нет желания. Так, Брок, блин, у них этот... Алло. Эдгар готов. Нита засыха готова. Фараоншу. Завалил. Так, Эдгара надо, ребят, контрить. Но это боты. Скажи, Рэй, ты задолбал уже всех ботами называть. Ну, если они играют, ну, посмотри, у них даже так, ну, они идут на пролом. Вы же мне сами сказали, если идут на пролом, значит это боты. Все. Фиг бы они бы так вот ползали бы, понимаешь? Ты смотри, Эдгар выпендрился. Он решил все-таки тут что-то сделать.
Халява. Халява, сэр. Ну, чистой воды боты. Чистой воды, друзья мои, были боты. А нам сколько нужно? 100 тысяч урона. 100 тысяч урона. Соточка. Соточка прилетела. Ну что ж, погнали дальше. Погнали дальше. Погнали наши вороны. Блин, два ближника. Не знаю, ребят, не очень... Не очень бодро как-то. Два ближника. Ор Арчимару. Это боты. Боты чистой воды. Да, конечно, это детский сад какой-то, а. О, хорошо, ты бомбанул, чмошник. Ну, иди за кристалликом. Ты не туда, парень, бомбу свою кинул. Не туда. Отходим, отходим, друзья мои. Да. Девяточку прихватил, нормально? Так, ну что, Роза у нас получает 7 уровень. Так, 500 опыта. Ну, как раз мы с тобой сейчас билетик возьмем. Жить. И на билетике у нас что? О. Ну что ж, друзья мои, остается там буквально 400 кредитов. И Эдгар будет у нас. Но нету, нету у меня. Не надо. Такой, да, типа развода. Хочешь сократить быстрее, ну, этот? Заплати всего лишь там 75 кристаллов, и будет тебе счастье. Но нет. Мы на это не подписаны. Слушай, а я, кстати, мог бы урон наносить и не обязательно в кристаллах. Кристаллы мы уже выполнили с тобой задание. По кристаллам, я имею в виду. Да вали ты эту... А, это наша. А что вот это дает нам? Защиту или что? Я не помню. Ох, восьмибитка. Ох, восьмибитка. Ну тут вообще что-то какой расколбас жесткий идет. В одно жало двоих, да. Точно боты. Такой молодец. Прыжок мира сделал, блин. Тут тотальный контроль просто этой зоны. Мобы сосут. Точнее, бобы. Блин, бобы. Боты. Так, ребят, мне надо отойти, потому что у меня мало, много кристаллов и мало хп. Ну и прекрасно. Все, бой закончен. Так, ну тут отличился бошка. Десять прихватил, малорик. Опа, вот тебе и восьмой уровень.
Так, ребят, ну 60 тысяч урона мы уже нанесли, нам еще нужно 40. Нам нужно еще 40, а по заданиям только одно, наверное, осталось, да? Да, только одно. Это нанести 100 тысяч единиц урона. Ну, а если я, например, не захват кристаллов, а пойду... Да. А куда я пойду? Куда пойти-то? В нокаут. Блин, в нокауте... Мне кажется, в нокауте, ребят, я не потяну. Меня там быстро разворотит в нокауте. Придется на кристаллах добивать. Ну, я же говорил, сегодня будет серия коротенькая, ребят. Ну, перед работой буквально. Пару каточек сделаем, и надо будет лететь уже. Лететь на крыльях счастья. Так. Изиоут. Я думал, Иллинойс, ё-моё, Изиоут. Брок, не спать. Кристаллик заберем. Так, там макака это. Ты что ждешь, а? Он ждет меня, гаденыш. В плане, я же в щите был, ребят. Подожди, а как он меня пробил? Я был в щите, ребят. Куда этот макака там прыгает, блин, гадина? Вот, смотри, я был в щите. И, ну, в принципе, щит сработал. Придурочный промахнулся. Так, ну что, макака, давай иди сюда. Чувак там разошелся. Опа. Какого лешего двойничка, блин, врубил, а? Пошли атаковать их. Погнали, ну! Фу, блин, ну вы дрестуны! Нафиг я-то туда сунулся со своими кристаллами? А, ну я, он, его подбили, побежал спасать кристаллы. Да, вот из-за чего я туда ломанулся. Пошел спасать кристаллы, он двойника своего врубил. И двойник меня подбил, вот отсюда, с этой стороны вышел. Или там был двойник, его бегал, а он оригинал вышел. Фиг его знает, как они там... В общем, щит этот, ребята, фигово работает как-то, если честно, по большому счету. Мне особо не понравился. Щит должен работать, блин, он не работает ни шиша. Что за медведь, я не пойму, что это, кто это такой? Это точно мобы, боты, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребят. Почему щит не помогает от взрывов? Мне вот это вот не ясно. Подожди, я не понял, кристаллы у них? Какого лешего?
Ну и, в принципе, ГГ. Фига себе, как этот Бултом умудрился еще и кристаллы вырвать. Ну вот мы и нанесли. Так а у меня все, я уже сделал задание, друзья мои. Богдан, ты опоздал. Второй аккаунт Богдана. Так, давай заберем билет. У нас в данный момент звезда. Эпик. По-моему, такое уже было у меня на Макс. И остается последняя звезда. Квестов больше у нас нету. Квестов у нас больше нету. Ну давай Рози поднимем, фиг с ним. Поднимем 9 уровень. Я думаю, что закатку, наверное, мы успеем. Просто звезду получим и все, друзья. И на этом я буду закругляться. Надо будет идти пахать, как папа Карло. Как говорится, умеешь... Хочешь развлекаться, умей попахать. Так, ну я понял, они, короче, за мной, да? Так, тут мелоди. Надо вот этого, гниду вот этого, да, правильно, вальнули. Так, ребят, сваливаем. Я тут пока передымлю чуть-чуть. Короче, погнал я. Одиннадцать кристаллов. Щенки будут еще. Даже догнать не смог. Дрещеныш. Так, ну что, ребят, 9 уровень, как я и хотел. И плюс звездочка. Эпик. Это у нас на Пайпер. Наклеечка. Ну что же, ребятушки. А, кстати, вы хотели, чтобы это, я показал вам этот клан свой, или как он там, клан, да? Подожди, где он там? Чё-то я... Команда, клуб. Вот он, друзья мои, вот называется как клуб. Вот как называется клуб. В данный момент... В данный момент, так. У меня, я не знаю, сколько тут. Все забито. Более месяца назад. 2 дня назад. А, так смотри. Более месяца. Тут надо почищать, друзья мои. Ой. Подожди, а, друзья мои, а как тут? А как тут удалять-то? Президент. Меньше часа назад. Ну, Илюха, вот, смотри. Меньше часа, 1 день назад, там, 7 часов назад. Это что, терпимо. Но вот это вот, более месяца назад, как удалить?
Ребят, напишите в комментариях, как удалить. Я что-то не помню. Максимум 270 трофеев. Это вообще ни о чем. Это я выйду сам из клуба. Непонятно. В общем, друзья мои, напишите мне в комментариях, как кикнуть, и почище будет место у нас. А на сегодня, пожалуй, все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.